Он просто подонок. Вот и все. Значит, а вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Что касается там Скрипалей и так далее, ну, искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. И я уже вижу, что там смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Значит, если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то безумного человека там отравили, что ли? Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? Это что такое? В очистке, что ли, не работают? Нет? Никому не нужно там травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал. Его поймали. Он наказан был. Отсидел в общей сложности 5 лет в тюрьме. Мы его выпустили. Все. Он уехал еще сотрудничать, продолжал там, консультировал какие-то спецслужбы. Ну и что? Возня между спецслужбами, это что, вчера родилось, что ли? Как известно, шпионаж, такая же и проституция – одна из важнейших профессий в мире.